проснулся сегодня рано. Мама чао, мама чао, мама чао, чао, чао. Я проснулся сегодня рано и в нашем лагере в лесу. Эх, пионерская детство. Итак, дорогие друзья, у нас с вами сегодня заключительная серия сиреневая, потому что, слава Богу, так 3 дня продержалась сирень. Ну, я действительно проснулся сегодня рано, и хотя у нас в 5 часов по московскому времени сегодня вебинар, я тогда сделал ошибку, сегодня, конечно, у нас вебинар, мы с вами встретимся, а до того у меня сейчас куча времени, и я решил сделать еще парочку снимков, используя при этом вот эти самые доски. Вы знаете, я очень доволен ими. Дело в том, что вот я с обоих сторон их покрасил, уж помните, да, мы с вами делали, кто не помнит, найдите. И, знаете, часто бывает так, что при натюрморте мы видим какие-то полки, скамейки, там, я не знаю, там, столы и так далее, на которых стоит эта сирень, это, ну, это классика, то есть стоит такой полка или стол, и на нем стоит деревянный такой. И вот сказать, ну а где это брать? Ну правильно, мне тоже, в общем-то, есть где взять. Я могу на охоту опять выйти и такой стол себе найти, но где его хранить? А тем более, вы знаете, я же сейчас переезжаю. Поэтому, вот знаете, я вам покажу, как выкрутиться сегодня с двумя, вот с этими 3 досками, которые я купил их в обе, попросил длинную доску, попросил на 3 раза порезать, они мне порезали, и вот сейчас я вам продемонстрирую, как мы можем сделать натюрморт чисто классический такой, когда мы будем иметь с вами стол или столешницу, как хотите. То есть я беру вот 2 параллельно, поставил вот так, да, и на них с отступом примерно как выглядит стол или табуретка или еще что-нибудь, то есть какой-то такой мебель, да, вот таким образом. Все, поставил, прекрасно. Теперь мне надо заняться, я сегодня подготовил уже добавил немножко черемухи белой сюда. Она так украсила хорошо, но она уже все, она на деревьях уже облетает, поэтому чудом там какие-то достал и чудом привез. Так, ну и как всегда, я советую сделать так вот, положить сюда этот кусочек и свешать листочки. Понимаете, это вот сразу добавляет объем. Это немножко дальше сюда, а это сюда поближе. Так, и теперь, чтобы... Ну, еще можно здесь где-нибудь допросить ненавязчиво. Чтобы действительно показать старый такой лук или ну, вид, я тут мне дали, сейчас покажу, интересно такую кофемолочку на один раз поснимать. И вот я ее сюда поставлю, и у нас будет вылита такая старинная какая-то вещь. Ну, а теперь мы включим софтбоксы. Здесь один софтбокс. Вот сейчас была бы солнечная погода, но, к сожалению, дождь сейчас, и так это все пасмурно. Я бы вам показал, я бы убрал все, поставил здесь один отражатель, и от света из окна я бы снял точно так же, как я вот сейчас собираюсь это делать. Мы повторим с вами тот же самый фокус, но сейчас у меня картинка, я хочу сделать ее в квадрате, в таком, в хорошем, поэтому мне придется немножко побольше побегать. Я буду ставить вот сюда, потом наверх, сюда, наверх, сюда, наверх, и таким образом при выключенном автофокусе я это сниму. Я не буду сейчас это повторять, чтобы не терять времени. Вы тоже видели, как я это делаю.
мы с вами сразу же... Так, возьмем вот теперь эти 6. Посмотрим, как они выглядят. Да? Угу. Вот так они выглядят. Так, все выбрать. Ну, а что тут? Тут ничего не надо, в принципе, делать, кроме как, возможно, на первом снимке высветить вот эту часть немножко. Вот так, как бы я тут зацепил светом, да? Маленько. В местах темных еще пройдем. Ну и, пожалуй, все. Давайте сейчас откроем. Все выбрать, синхронизировать. Окей. Так, открываем. Все, просинхронизировались. Отлично. Так, ну а теперь давайте вот все сведем на один. То есть возьмем вот эту первую. На нее сделаем вот. Так, где она у меня? Вторая. Вот эту, да? Вот так. Так, ну и сразу же займемся нашими масками, да? Так. Не здесь, конечно. Напрямую надо было здесь черную маску поставить, и все. Вот так. И теперь наверху пройтись. А так, без лишних заморочек. Ну и таким образом мы соединим все остальные. После того, как мы это сделали, надо подогнать, естественно, так, Ctrl-Shift-Alt-E. И тут лучше всего действовать так. То есть я возьму сейчас вот эту 24 кисточку побольше. Уменьшу у нее насыщенность. И вот так начну с ней работать, как кисточкой. Вот так. Как бы немножко даже симулирую эту кисть. Отталкиваемся назад, видим, что с этим все хорошо. То же самое делаем здесь. Вот так, аккуратненько. Имитируем опять же. Здесь оставим как есть. Ну и все. То. Так, далее посмотрим, что у нас. Вот здесь я немножечко пролетел, но это не страшно, потому что мы можем всегда выделить этот кусочек, да? Вот здесь не совсем чисто получилось. Ну, совсем сразу не уследишь, поэтому я говорю, что
Мы это всегда можем поправить. Тот же самый способ. Берем кисточку, делаем чуть меньше и пошли вот здесь. Все. И то же самое здесь и здесь. Так, вроде все сделали, ну а теперь поступим тем же самым current, то есть возьмем это дело за темни. Так, и вот так, ну в этот раз не очень сильно. Так, и теперь, где у нас? Вот отсюда потянем. Здесь можно уже кисточкой доводить. Это по новой. Еще раз. Темняем, присветляем. Так, сначала мы с вами сделаем этот. Так, вот этот градиент. Вот так. Вот так. Вот это уже хорошо. Так, переводим на один уровень. Теперь высветляем. Да? И тоже теперь превращаем в черную маску, Ctrl-I. А теперь можем спокойно брать вот этот окружность. И с этой окружностью уже тут играться. Оп. Вот не здесь, конечно. Вот тут, где у нас как бы должен свет падать. Он и падает, но мы его как бы усиливаем при этом. Так. Вот так заиграет вода у нас. Здесь чуть-чуть. И на самой вот этой кофемолке немножечко высветим ее вот эти ручки. Вот так. Не сильно, но чувствительно. Вот это будет перебор. Назад. Так. Все хорошо. Так, смотрим издалека. Можем теперь общую поднять немножко светлоту, чуть-чуть, вот так. Готово, ребят. Получили еще один натюрморт, старинненький такой, хорошенький. Как вы видите, натюрморт у нас получился, ну, чисто такой классический, да, я им доволен. А теперь давайте посмотрим, каким образом эти же палки, доски, мы используем для другой моей идеи, последняя, заключительная, да. Давайте посмотрим сейчас. А идея у меня следующая. Кто помнит почеркушки мои, да? Тот должен тоже помнить, что я хотел там сделать такой типа забора и сверху навешать там эти, как будто через забор склонилась у нас эта сирень, что часто бывает в жизни. И поэтому я использую сейчас те же самые доски. Ну, еще, правда, вот поперечнику я хочу. То есть, я сейчас
возьму, переверну. Вот так. Вот так. Перевернул, да? Ну-ка, посмотрим, как это будет. Ну, это большой контраст, поэтому лучше все-таки, наверное, вот так. Ставим ее вот при этом. Так, есть. Гвоздиками наживим, да и все. Лучше всего для этой цели подойдет вот велосипедный держатель. Вот что, что, а вот их я обязательно с собой заберу. У меня их 3 штуки, они настолько универсальные. Так, вот. Так. Черемуху я закрепил, доски я закрепил. Ну что, можно просто фотографировать, да и все. Сейчас сфотографируем. Вот так, все хорошо. Теперь я хочу как бы их развешать здесь и здесь, дать дизайнеру тут что-то написать. Теперь еще один делаем снимок. Так. Отлично, справились. Пойду сейчас в фотошопе доработаю, мы потом еще раз встретимся. Так, ну тут вообще без каких-то вопросов. Сейчас откроем, посмотрим. Угу. Можем чуть добавить света вот так. Здесь то же самое. Чуть-чуть добавим. Так, и что? Готово. Так. Сразу же выровняем. И... Это так это будет, где-то вот так. Вот так, и с этой то же самое. Что тут? Если нужно равнять, то выровняем и вырежем. Вырежем таким образом. Так, теперь откроем обе. Ну и, в общем-то, единственное, что я здесь сделаю, это я вот это закрою вот так. И могу добавить на сирень яркости, то есть таким образом. Избегая, конечно, какого-либо пересвета где-либо. Так, вот, готово забор, готово висит черемуха. Отлично. То же самое здесь. Поднимем немножко яркости. Так. И добавим здесь тоже акцентов. Больше нам ничего не нужно. Готово.
Ну что, дорогие друзья, я считаю, подошла пора подвести итоги сиреневой серии. Давайте посмотрим с вами, что мы сделали. А сделали мы следующее. То есть мы сделали сами цветы, потом сделали гроздь, потом еще другие. Теперь сделали, значит, в старинном стиле. Сегодня мы использовали еще доски и сделали еще два, на мой взгляд, тоже очень неплохих снимка. Вот и все. Мне кажется, что нам удалось эта серия. И я надеюсь, что она будет вам полезной. Я не прощаюсь, потому что я пойду сейчас готовиться к вебинару, который, еще раз говорю, состоится в 17 часов по Москве сегодня. Кто не успеет, значит, YouTube запишет, скорее всего, если никаких помех не будет, YouTube запишет, через 2-3 часа на следующий день сможете это все посмотреть. Да? Поэтому не прощаюсь еще раз.